Привет, привет, ребят. Сохранишь эфир? Ну, не знаю, посмотрим. Привет, привет, привет. Нет, мы с Лешей не вместе. Я вообще поражаюсь этого человека, потому что он типа такой весь был обходительный целый день. Что-то там пытался сделать, типа. И тут пообещал сегодня моей маме, что не будет больше выставлять никакую клевету, никакое говно обо мне. А ничего там придумывать и сочинять. И сейчас он выставляет вечером сторис, где он говорит, ну, меня Брянская заблокировала, потому что ей муж сказал и ультиматум выставил. Я просто в шоке с человека, как он сочиняет на ровном месте. Просто. Ну, это каким надо быть фантазером, чтобы до этого додуматься? Не, конечно, если он хочет, я могу с мужем общаться вообще тогда, когда я захочу. Просто... Я просто в шоке. Нет, нет, нет. Привет. Привет, привет. Ты классная. Спасибо, ребят. Поэтому я, у меня нет слов. Сам меня поблокировал везде, где только можно. И ходит, сочиняет на меня. Ну, мне не хватает слов. Просто зачем ты обещаешь взрослому человеку, что ты не будешь там делать определенных действий и... Ты в итоге идешь и делаешь. Я. Просто я честно поражаюсь. Брянск, привет. С бывшим мужем, естественно. То есть я с ним вообще не переписывалась, не общалась вот сейчас, да? Но Адеев берет и сочиняет. Хочу к тебе. Цвет волос идет. Спасибо, ребят. Поливайте друг друга помоями. Слушайте, я его вообще ничем не поливаю, вообще ничего не говорю. То он постоянно что-то там придумывает, ходит. Просто меня реально это... Ну, зачем он так делает, если он пообещал моей маме? Для чего пошел и сразу же сторис выставлять? Он живет просто инстаграмом. Он живет этим всем дерьмом грязным. Просто вот... Вы все равно классные. Нас нет, ребят. Ну, нет, мы не вместе и... Вы что, прикалываетесь? Вот с такими отношениями жить, это, ну, это же не норма. Нет, мне больше черные нравятся. Почему нельзя нормальные отношения выстроить? А это вы у Адеева спросите. Это он что-то постоянно мутит. Анют, ты классная, спасибо, Брян, привет. У меня сегодня день рождения, поздравляю, Диана, с днем рождения. Самое главное, здоровья, удачи, счастья, женского достатка. Не, без ресничек быть не хочу. Погода, жара, у нас просто, мне кажется, все 45. Не, просто меня бесят такие действия, поэтому крошка ему просто говорит, его просто кроет от ревности, поэтому он дуру гонит. Ему все кажется, что у тебя переписки и так далее. У меня с бывшим так было. Так я реально ни с кем, ну, на данный момент не переписываюсь. Зачем просто на ровном месте сочинять? Никогда не будь Садеевым. Во сколько вы просыпаетесь? Да по-разному. Брянь, ты огонь, спасибо. Молдавия, привет. Анечка, прости, это цветолос твой, моложе выглядишь, спасибо. Рапунцель беременна, не знаю. У тебя виниры, да. Мы из Минска, мы тебя обожаем, спасибо. Связалась не с тем. Аня, заметьте, меня, скажите, Жанара, привет, привет. Аня, уже не скажешь, все хорошо, не вместе, да. Вы с Саймоном подходите друг к другу. Нет, мы с Саймоном просто дружим уже очень много лет, поэтому тут даже ничего не обсуждается. Мы просто хорошие друзья. Так, что делает Адей? Не знаю. Тебе подходит этот цвет? Спасибо. Надо было еще уходить, когда тебя за волосы с комнаты вытаскал. Так мы с того момента и не сходились. Ты самая лучшая. Спасибо. Германия, привет. С Кахно общаетесь? Ну, так, периодически. Анечка, сколько была замужем?
Ну, немало. Сколько раз ты колола губки? Да много. Тебе блонд лучше. Ты достойна лучшего, чем Мадеев. Ань, какой у тебя рост и вес? Сейчас я 45 килограмм, и рост у меня 1,67 м. Не, у меня стрелочек нет, татуажа тоже нет. Ты красивая, добрая, успешная, а он за других себя пытается себя раскрутить. Привет из Туркмении. У тебя очень круто брюнетка, милашка. Ань, скажи, передай привет Ашхабаду. Привет. Украина, привет. Ты похудела, Аня, или набрала? Похудела. У нас нет пары, ребят, потому что Алёша постоянно какую-то херню сочиняет, и я выгляжу просто перед людьми каким-то психопатом. Потому что он мне постоянно, я девушка эмоциональная, он мне постоянно вводит на эмоции, нахрена он это делает. Даже сегодня моей маме он пообещал ничего не выставлять, и он сейчас выставил то, что якобы мне муж приказал его заблокировать. Мой бывший муж даже о нем не разговаривает и ни разу не обсуждал его. Спасибо. Блонд лучше. Аня, уходи от Адеева. Тогда одна ты зажигалка, тебе нужен спокойный мужчина. Зая, ты классная, ответь мне. Хорошо, построю смс-ки с Машей. С Кахно, да. Худая, маленькая, красивая. Так, Иркутск, привет. Где Ромашова? Вы в комнате? Ты супер, дай ему ответку, расскажи, какой он на самом деле. Да не буду отпускаться до его уровня, ребят, зачем мне это? Общайтесь с Кахно, да. Хорошо, дня, спасибо, Аня, расскажи, ну, меня держит на доме, да, думаю, ты звонок, девушка, а ну тебе надо. Привет, привет. Кто? С кем заселился? Прикинь, Янка, вот прикинь. Короче, Адеев сегодня обещает моей маме не говорить обо мне говно и не обзывать. Ну, типа, я вам даю слово, чтобы вот прям факт. И слушай. Ну, Зай, ну послушай меня. Что ты там шепчешь? Она там моргает втихаря от меня там ходит на Я не дюти что-то. моргала. Ты моргала. Да, блядь, не моргала. Я тебе правду сказала. Мы ей сказали, иди, блядь, подружись с ним. Короче. Ты моргала, Надюша. Блять, клянусь тебе, сука. А зачем вы это сказали? Чтобы она подружилась с ним. Нахуя? Чтобы она поддержала его. Ты сейчас по морде получишь, прям вот так вот, так назад упадешь со стула. Не, ну Короче, мы без слушай. фанатизма, Да просто скажи, что слушай. поддержала. Короче. Сегодня Адеев обещает моей маме, типа, не обзывать, говно не выставлять и так далее. Мы ночью с ним когда переписывались, ну, он мне очень много писал. И я решила его заблокировать после фразы, которую он очень часто пишет, я тебя люблю. Вот Много это вот воды дальше. Вот, да жуй молча, слушай, тебе все равно жевать надо еду. В общем, Сука, блядь, сейчас смотри, он мне такой подбегает, ты видела в комнату? А, тебя не было, не было. прибежал, что-то хотела сказать и убежала, я ничего не поняла. В общем, тут я смотрю в сторис его, и он говорит, вы представляете, Брянской бывший муж сказал в ультимативной форме меня заблокировать и удалить все фотки. Начнем с того, что со вторника я ни разу не писала даже «здрасте». Это раз. Во второе, что? Мой бывший муж его даже ни разу не обсуждал, он даже не знает, с кем у меня отношения. Потому что он не смотрит «Дом-2», он не смотрит посты, соцсеть. И Мужчина так... Да, понимаешь, он этим, ну, не проникается, не занимается, ему вообще плевать. Он даже никогда не спрашивает, с кем я там строила отношения, там, за периметром или что, он вообще это не спрашивает, ну, как бы. Надька, вывод, ой, Надька, Анька, вывод. Просто. Он больной, и ты на это подписываешься. Да меня, нет, ты маме моей обещаешь, будь добр. Если ты обещаешь, ну, хотя бы держи слово перед взрослым человеком. Ну, какое стыдно слово? Должно быть. Какое слово? Ну, какое? Ты реально думаешь, что он будет держать слово? Ну, он же мужик. Я не знаю уже. Не, ну просто меня так воспитывали, вот у меня мужик... папа, если дает слово, то он его держит. Смотри, мужик, то, что у него есть причиндал, это не значит, что он мужик. А вот тут я согласен с вами, Яночка. Не, я не говорю, что из-за члена он мужик. Уже столько людей написала, я ничего не прочитала. Захарова жрет, она по жизни жрет ночью. В натуре, во всех кадрах жру. Захарова не хватит.
кто-то помидорки съел. Это я! Это просто тема Захарова. Пиздец. Ну вон мои три лежат. Хочешь мои... Я вчера стояла помидорки и думаю, ну еще завтра на ночь хватит. Она считала, сколько я вчера съела. Она вчера съела, блин, 25 штук. Вот так просто в тяпку закидывала. Такая типа, знаешь, за между прочим, что-то там обсуждает. И она сожрала столько, знаешь, и сейчас говорит, кто-то съел мои помидорки. Но это не Захаров, это просто. Ну и пиздец. Что, за помидоры, блядь, посрались. И за помидоры, да. Это как я тут когда-то за полотенце дралась. Да. А ты была ж тогда на проекте, когда с Алексой... Была ты? Была, мне кажется. С Алексой за полотенце подралась. Короче, она взяла мое полотенце, поняла? А я не знала, я еще полотенца его нигде нет. Я говорю, кто взял полотенце? Кто взял, положите. Смотрю, оно висит у Алексы. Я говорю, иди, приноси мне новое. Ну-ка, я же не буду после тебя вытираться. Она такая, нет. А у нас конкурс, а после конкурса я гулять ехала. А я уже при параде, все. Мне уже просто выйти и поехать. Она говорит, нет. Ну, я начинаю ее прям гасить, прям за это полотенце. Типа, ну и все, я там говорю, я там писю вытираю. Ты пошла, я лицо свое вытираю. Тебе не стыдно брать чужое полотенце? Ну, в общем, мы идем на конкурс, и она там что-то тявкает сзади. Мне все девки говорят, Аня, держись, Аня, держись. Ну, я иду такая, знаешь, ну мне же тусить надо, я и держусь, знаешь, чтобы темы не было никакой. И тут мы доходим до языка, она такая побольше меня, такая покрупнее. Я стою, она мне такая, что-то там базарила, так по носу мне вот так дала, вот так вот. Бля, я бы сразу... Ты прикинь, и я ей как дам, она как упадет, я на нее сверху запрыгиваю. Йося снимает Саш не Черно. Видео, пишет, Брянска нападает на девочек. Саймон подбегает, меня оттаскивает. Брян, успокойся. А я вцепилась, поняла, и так просто. Ну, конечно же, я тусить потом не поехала никуда вообще. Прикинь, просто на ровном месте. Ну, у меня туса там с Бухенбалта, я собиралась, прикинь. Да, с Бухенвалда? Да, мы марафон. А, это в этот заход уже? Не. А, меня не было, когда был прошлый Саймон заход. И Бухенвальд. А, да? Ну вот, ты прикинь. Я бы, интересно, сдержалась бы или нет? Да не, она мне вот так сделала, ты прикинь, я что должна была? Я ее вообще не трогала, я думала, так, держись, Аня, держись, надо штусить, я держу. И тут, тинь-тинь, и она упала сразу, и на языке конкурса не было. Тусить я не поехала. Да, сегодня тоже хотела бы отдохнуть, какой-то реально тяжелый день был. Ну да, сегодня напряжный день был. Зато как все мужики Аленку спасали, блядь. Я вообще в шоке, да. Прикинь.